Эй, привет, мой дорогой друг! Время позалипать ютубчик, тем более, что у нас подъехало новое видео. Это Elder Scrolls Skyrim. Bad boy is a game. Итак, ребята, в общем, я сюда тэпнулся возле Винтерхолда, Виндхельма, гибели драконов. Я тут что-то бегал, лазил. В общем, мне нужна вот эта часовня. Да? Да, мне вот это нужно. Мне нужно сюда. Для чего? Да потому что меня задолбали вот эти фанатики Боэти. Я хочу от них избавиться. И плюсом мы сейчас прокачаем просто с вами... как его? Кто мы там? Веровульфы. Вот. Мы как раз прокачаем жажду крови. Вот. Станем намного сильнее, мощнее. И, в принципе, нам будет проще справиться с серебряной рукой. Кто это? А это кто здесь сидит? Давайте узнаем. Лед и хитин. Броня повышается. Я уже много лет охочусь и рыбачу в этих местах. Это просто охотники, я понял. Ладно, хорошо. Полетели дальше. Так, а как? Блин, наверное, проще было упасть оттуда. Ну ладно, сейчас мы найдем сейчас проход этот. Они ж как-то туда забрались, значит, то есть мы сможем туда пройти. Тем более лошадка. Кто тут? Кто тут есть? Ты чё, охренел? Успокойся, ну-ка. А чё он так быстро хилится? Надо было, наверное, огнем его валить. Ну, ладно. Жир тролля. Давай заберем. Так, слушай, возможно, мне сюда? Еще бы камушки бы оббегать. Не врезаться. Слушай, ну да. Зов Боэти. Ну давай. Узнаем. Я не знаю, почему я с них книгу не брал. Часовна Боэти. Так, ну вроде как они на меня нападать сейчас не должны. Плащ Бейти тоже заберу. Мы верные служители владыки Боэти. Ты здесь, чтобы испытать себя? Кто это Боэти? Повелитель интриг, обманщик народов, пожирательница Тринимака, королева теней, богиня погибели, тот, кто уничтожает и та, кто стирает. У госпожи много звучных имен. Но они нужны лишь нам, простым смертным. Можешь воспевать ее могущественные имена хоть до скончания века. Все без толку. Имена не значат ничего для госпожи. Она заботится лишь о тех, кто готов сам позаботиться о себе, чей дух полон силы, а жизнь деяний. Так. Мое сердце полно стремлений, а жизнь наполнена событиями. Если ты желаешь узреть нашу темную госпожу, вот что тебе надлежит сделать. Во-первых, докажи, что твой язык способен лгать. Найди человека, завоюй его доверие, приведи его в святилище. Затем скажи своему пленнику коснуться жертвенной колонны. Магия захватит его и лишит силы к сопротивлению. Затем
не колеблясь ни секунды, вонзи ему в сердце ритуальный клинок так глубоко, чтобы воды его сердца омыли лезвие. Если твоя воля будет достаточно сильна, Буэти услышит нас и явится перед нами. Так, окей, я это сделаю. Смотрим. Но если так, и если Буэти явится, мы примем тебя в свои ряды. Так, жертвенный клинок добавлен. О, прикольно. Он еще и такой единственный в своем роде. Подожди, это что? А почему у меня это... Ну, боитие добавилось, главное. Так, вы на 10% эффективнее владеете одноручным оружием. Понятно. Такое себе. Окей, мне нужно, получается, кого-то привести, да? Я немного почитал про этот квест. Просто на самом деле меня очень сильно прям задолбали. Так, предметы. У меня есть же что-то, что я могу. Так, нет. Что-то я могу использовать. Да, вот кожаная броня. Ламинарные. Да, давай. Так. Да блин, зачем мне второй плащ Бейти? Так, кожаная броня. Да, съедаем. Ламинарные съедаем. Так, и эльфийские сапоги тоже съедаем. Все. Но это у меня типа есть. Так, им можно два, вот это, все, один скинуть. Ну, ритуальная книга Бейти. Окей. Так, алхимическая слово лаборатория. Вовремя, или вовремя. Ладно, с этой алхимией мы позже разберемся. Можно я выйду, пожалуйста? Спасибо. Тут кого-то сожгли. Хочешь помериться силой со мной? Короче, я понял. Мне нужно сюда. А что ты? Это поклонник Бейти. Мы оставляем после себя в мире неуничтожимый след. В общем, давайте, знаете, куда отправимся? Давайте отправимся в какую-нибудь таверну. Допустим, пусть это будет таверна Витхельми. Я знаю такое, просто один небольшой лайфхак. Как нам туда заманить кого-нибудь? Нам нужна таверна. Что вы тут все столпились? Что за движ, Париж? Таверна, очаг и свеча. Теперь нам нужно кого-нибудь. Рольф Каменный Кулак. Не, иди нафиг этот Рольф. Это что такое? Гигантский марганит? Уникальная вещь. Прикол. Я его раньше... Я просто раньше сюда и не ходил. Так, а что у нас здесь все? Ни одного наемника нет. Может, на втором этаже кто-то и сидит. Во. Стенвар. Если ты ищешь самого сильного из всех наемников...
Заходи. Дай мне знать, если тебе что-нибудь понадобится. Или просто присядь. Так, нам надо... Тебе кого-нибудь? Шлюх. Каждую ночь я гуляю по кварталу серых и говорю этим красноглазым все, что о них думаю. Понятно. Так, подожди, а ты... Это кто вот этот? Блин, ты вышел. Король в каменный кулак. Эй, ты любишь темных эльфов? Убирайся из моего города, мразь. Вон с глаз моих. Надо, а ты что такой злой? Мне не нравится твое отношение. Твои проблемы. Это наш город. Наш. Думаешь, я тебя не побью? Ставлю сотню, что я тебя так отделаю. Мама не узнает. Блин, драка. Это мне надо на кулаках драться? Хорошо. Только кулаки. И никакой магии. Давай. Ну, да. Так, сейчас подожди я тогда. Так, а какая у меня сейчас магия-то включена? Посмотрим, чего ты стоишь. Так и будешь стоять столбом. Отбивайся. Подожди. Мне как-то надо это... Отключить. Вот. На всё. Этот раз. Что это было? Руки выше. О, у меня... Подожди. Мысли, что, блин, да серьезно. Давай перезагрузим. Блин, какого фига он? Ладно, короче, пошел нафиг с этими драками. Все, с этими тоже понятно. Иди нафиг. Что это за яйцо? Гигантский марганит. Найдена уникальная вещь. Фу-фу, круто. Я еще вот эту книженцев заберу тоже. Косая чешуя, блин. Что-то мы еще начали тут. Так, обследовать ту. Нет, стой. Мне нужны наемники. Наемники. Что-то здесь вообще никого нет. Ой. Давай, нам туда. Здесь, может быть, кто-то отдыхает? Нет. Слушай, на втором этаже, наверное, да? Сидят. Не, я девушек трогать не будем. Мы ты кто? Стоим в Виндхельме. Вот. Стенвор. Если ты ищешь наемника, то он перед тобой. Нет меча сильнее во всем Скайриме. Я найму тебя за 500 золотых. Мой клинок остер. Я жажду битвы. Вперед. Погнали. Тогда веди. Приятно чувствовать себя на твердой земле. Да. Как, допустим, Стенвор. Так, ну что, полетели? Полетели. Ну, прости, Стенвор. Такая ж у тебя судьба, NPC. Так, мы тэпаемся обратно. Давай, часовня. Я надеюсь, он же со мной вместе тэпнется. Так, где мой Стенвор? Вот мой Стенвор. Хочешь помериться силой со мной? Сейчас мы померимся с вами силой. Где мой Стенвор? Стенвор, иди сюда. Come here. Так. Ты замечательный друг. Ладно. Нет? Что? Мне кое-что от тебя нужно. Не, подожди. А да. Я могу? Я хочу обменяться с тобой вещами. Посмотрим, конечно. Может быть, у нее есть я какие-то вещи уникальные. Я не отказываюсь. Нет, у него ничего интересного нет. Мне кое-что ладно. От тебя нужно. Что?
Подожди, мне показалось, или там что-то синенькое. Вот, это что такое? Это надо будет забрать. В смысле? Ты чё, дебил? Я говорю. Что? Что? Просто вот сюда иди. Вот сюда иди. Во. Блин, да хорош. Невозможно. А какого хрена? Почему его не присосало туда, я что-то понять не могу. Блин, мне... давай, окей, там надо было проткнуть его жертвенным клинком. Ой, что она так тихо говорит? Скажи, зачем тебе понадобилось выдать того, кто доверял тебе здесь, в моем святилище? Так, кто ты? Меня называют Боэтия. Смертные давали мне множество имен. Но имена для меня ничто. Важные деяния. Ты что, какой-то бог? Стенвар в мире, но ради твоей милости. Я не знаю, что это точно значит, но окей, нажмем. Мое расположение — это не игрушка для развлечений, простых смертных. Мне следовало бы убить тебя за дерзость. Понял. Я не страшусь тебя. Здесь ночь за ночью, принося на мой алтарь глупцов и бесцельно ссорясь между собой. Но кто из вас воистину превзошел остальных? Докажите мне, что вы достойны. У меня будет особое задание на кого из вас. Тот, кто уцелеет. Короче, берем, превращаемся. А чё я не могу превращаться? Стой! А какого хрена опять магия? Так. И сейчас мы как раз немного тут пошалим. Подожди, а что это сейчас было? Почему я иногда вот так подвисаю? Так тихо говорит. Теперь пришло время решающего испытания. Сможешь ли ты забыть про честь и нанести удар из-под тишка?
Так. Я сделаю все, что прикажешь. Блин. Ну, как всегда. Где мне найти его? Его укрытие находится на хребте Острия Ножа. Там он разыгрывает из себя короля бандитов и грабителей из большой дороги. Не надо больше слов. Считай, что он уже мертв. Блин, у меня сейчас походу пропадет это. Так. Во-первых, так, я... ну я сейчас просто тогда с вами, ребят, попрощаюсь. Посмотрю, что тут есть. У ребят, может быть, все-таки найду какие-нибудь интересные артефакты. Хотя мы можем с вами это сделать. Потом подожду 24 часа и превращусь снова в Веровульфа. Покров. Слушайте, когда крадешься, какой-то покров есть ритуальный. Еще есть ритуальный шлем, блять. А давай-ка я вот это все заберу. Интересные вот эти вещи были. Я просто их у себя повешаю. Так, ну все получается. Больше здесь вроде никого. А, нет, вот еще один. Ну все, можно, получается, туда превращаться. Воплощение дракона. Так, а что у меня, где я вообще? Я ж сюда добавлял? Вроде добавлял. Ладно. В общем, тогда, ребят, все, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. С вами был Bad Boy Games, я же Виктор, и увидимся на следующих видео. Пока-пока.